а также сведения о 7 миллионах таксистов, в том числе номера водительских удостоверений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию. Отмечается, что кража произошла в октябре прошлого года, но все это время руководство скрывало случившееся. При этом в Uber подчеркнули, что информация о кредитных картах и маршрутах поездок хакерам не попала. Британская королева стала самым пожилым главой государства в мире. Это произошло после отставки 93-летнего президента. Издание «Мисс Матан» сообщило, что Керимов может быть одним из крупнейших владельцев недвижимости на Лазурном берегу, хотя его имя формально не связано ни с одним объектом. Как писало издание, 15 февраля на вилле «Ер» площадью 12 тысяч квадратов, которая якобы может быть в собственности Керимова, проходили обыски по делу о законности приобретения данного объекта. Следователи, в частности, обнаружили счет, согласно которому только стоимость висящих приближается к сумме в 580 тысяч евро. Однако помощник Керимова тогда говорил, что тот не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях.